cape. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 100-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». И в этом уроке я хочу вам показать очередной виджет слайдера. Вот сейчас вы видите демонстрацию переходов, вот таких эффектов. В принципе, неплохой такой слайд. Давайте рассмотрим его. Переходим в Adobe Muse. Итак, смотрим настройки. И первое, что мы видим, можем добавить с вами 4 изображения. Максимально можно добавить 7. То есть, смотрите, если этого недостаточно, внизу мы включаем чекбокс, и у нас появляется новая ссылка, которая позволит нам добавить еще изображение. И так далее. Давайте сейчас с вами произведем загрузку изображений. Итак, я загрузил 4 изображения. Эти я загружать не буду. Дальше. У нас с вами есть эффекты. 3 вида эффектов в списке. Это эффект смены изображения. Давайте посмотрим в браузере, какой у нас эффект номер 1. Смотрим. У нас по бокам есть стрелочки. Мы можем либо вручную переключаться, либо автоматически у нас переключается. Вот такой серый образ получается, если изображение тяжелое. В общем, здесь можете поиграться, выбрать какой-то для себя подходящий эффект. Дальше. Speed Effect. Это скорость эффекта. То есть, когда у нас изображение разламывается на 4 части, то есть вот как раз скорость этого разлома задается здесь. Дальше галочка Full Screen. Вы видели, у нас изображение, наш слайд растягивается во всю ширину браузера. Если вам нужна какая-то заданная область для демонстрации слайда, вы галочку снимаете и настраиваете под себя. И последняя здесь опция — это Gallery Afterplay. То есть, если галочку снимем, автоматически слайды сменяться не будут. Только если по нажатию по стрелочке. И дальше в миллисекундах стоит интервал. То есть пока 5000 миллисекунд не пройдут, изображение у нас не сменится. Также здесь можете управлять данным значением. Вот и все, в принципе, настройки данного виджета. На этом я заканчиваю этот урок. И увидимся с вами в следующем.